Обсудить инновации в области хирургии собрались заслуженные врачи России, практикующие специалисты и руководители медицинских учреждений Москвы и области. Идея этой конференции, она зародилась несколько лет назад и оправдывает себя, судя по тому интересу, который проявляют практические врачи, потому что они обмениваются своими идеями, они получают новую информацию и заряд на следующую работу. Научно-практическая конференция проводится именно в Ленинском городском округе не случайно. Видновская клиническая больница активно сотрудничает с хирургическими кафедрами и учебными организациями. Участвуют достаточно интересные и знаменитые специалисты. Это специалисты ведущих институтов. Это и первый мед, и РУДН, и второй мед. Соответственно, это не только теоретики, это еще и практики. Это всегда ценно, когда мы действительно видим и получаем информацию от клиницистов, которые доводят до нас академизм с практической стороны. Перед собравшимися выступила заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Для Ленинского городского округа очень важно и дорого вот мероприятие, вот эта конференция, где собираются, слетаются врачи, делятся и обмениваются опытом, потому что потом этот опыт спасет кому-то жизнь, кому-то качество жизни изменит. Будьте здоровы, дорогие доктора! Участники форума в своих выступлениях рассказали коллегам о новейших технологиях в области хирургии и применении инновационного оборудования. Свои доклады представили практикующие врачи Видновской клинической больницы. Среди них аспирантка кафедры госпитальной хирургии Кристина Дмитриева. Мы проводим научную работу, клинические испытания, изучаем плазму, обогащенную тромбоцитами, планируем применять ее в герниологии. Поддерживал на конференции Кристину Дмитриеву ее преподаватель, профессор Олег Антонов. Видновская больница – это не только лечебное учреждение Московской области, но и крупный научно-техническая база, которая сотрудничает с ведущими университетами Москвы в области медицинских исследований научных. В муниципалитете конференция проводится уже в третий раз, что доказывает высокую оценку медицинских учреждений и профессионализм врачей округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.